Всем привет! Хочу сегодня показать такое маленькое чудо. Как на дважды обрезанном цветоносе распустилась вот такая манюсенькая орхидеечка. Она всего 5 сантиметров, ее диаметр. Но это такая жажда жизни, что даже просто очень интересно за этим наблюдать. То есть орхидея настолько борется за свою жизнь. Это одна из трех орхидей, которые мне принесла соседка на реанимацию. Их хотели выбросить. Вот я уже о них рассказывала не один раз. Вот одна из них идет под номером 7, одна под номером 8. И эта орхидея у меня была под номером 9, потому что я не знала ни цвета, ни расцветки. Ну, теперь я считаю, что они называются Anthura Gold, то есть, извините, Anthura White. Вот две из них чувствуют себя отлично, расцвели. Каждая расцвела на подрезанном цветоносе, потому что, когда мне принесли на реанимацию, мне пришлось, у каждой был отцветший цветонос, и мне пришлось у каждой орхидеи цветонос подрезать. Для того, чтобы дать ей шанс на выживание, потому что корни были совершенно сухие, листья были совершенно без тургора. Ну вот две орхидеи были в лучшем состоянии, вот сейчас они вот такое пышное цветение демонстрируют. Вот. Например, эта орхидея, тут у нее несколько ответвлений на цветоносе. Вот эта орхидея, тут такие крупные цветы, даже я не знаю, какой у них диаметр. Сейчас я померяю, какой же диаметр у этого цветка. Где-то 10,5 сантиметров. В общем, выглядит красивейшим образом. И вот эта, такая маленькая, несчастненькая, сумела распустить один цветочек. Это вот лежит на мама, так сказать. То есть растение, на котором я отрезала, подрезала сначала вот этот цветонос. Я его сначала так же, как и на этих двух, я этот цветонос вот так вот подрезала. И он был здесь. Вот здесь только пенечек теперь от него видно. Я его подрезала. Ну, орхидея была очень пострадавшая, там практически не было корней, сейчас там чуть-чуть наращиваются корешки, совершенно листья висели таким вот, как ушки спаниеля. И через какое-то время я приняла решение эту орхидею как бы немножечко стимулировать рост корней тем, что срезать с нее цветонос. А нет, даже не так. Она начала, вместо того, чтобы отращивать корни, она начала, разбудила почку и начала давать вот это вот продолжение этого цветоноса. И тогда я подумала, что, наверное, все-таки нужно будет вообще срезать цветонос, потому что иначе корней не дождаться. И я его отрезала, совсем отрезала. То есть первый раз я его подрезала, она разбудила почку и начала давать дальше цветонос. Вот, и потом я его отрезала совсем. Отрезала, ну он был такой весь зелененький, весь такой был вот с бутончиками. И я решила, поставлю его в воду, пусть себе стоит, как в вазочке. И вот он простоял, дал бутончики. Один бутон, второй бутон, вот здесь даже еще пытается там что-то нарастить. И вот я заметила, что один бутон все-таки пытается раскрыться. И вот сегодня он раскрылся. Вот представьте себе, это прошло, наверное, месяц она у меня простояла. Это мне принесли ее в ноябре. Она где-то с месяц простояла с отрезанным этим цветоносом. Потом разбудила почку. Или там, может, чуть меньше. Вот. И потом где-то я срезала, наверное, в начале января окончательно этот цветонос. И поставила его сюда, вот в вазочку. Даже я ни воду не меняла, ничего. Я его не трогала, ничего с ним не делала. Просто так доливала понемножку водички, что там он даже зелень такая завелась. И просто смотрела, вот как бы такой небольшой эксперимент посмотреть, сможет ли распуститься такой дважды подрезанный цветонос. И вот, как оказалось, он смог распуститься. 5 сантиметров цветочек, один единственный.
Один бутончик она отсушила, потому что силы не было. Ну и вот такая вот тяга, такая как бы сила у орхидеи жить, жить. Орхидея хочет жить. Ну, дальше я не знаю, что я буду с ней делать. Ну, возможно, просто вот посмотрю на этот цветочек. Буду просто продолжать дальше наблюдать. А что будет с этой орхидеей? Так очень мне интересно. Вот так это она выглядит на фоне двух других. Хочу добавить небольшое продолжение про этот цветочек на отрезанном цветоносе. Вот он через 4 дня такой. Но интересно, что цветонос буквально на следующий день начал сам себя засушивать. Вот он расцвел 17-го, этот цветочек, сегодня 21-е. И вот за 4 дня он стал такой уже сухой, ну не совсем сухой, ну так, достаточно подсохший. И уже сушит этот цветоносик, который он отрастил продолжение. То есть орхидея посчитала, что она свою миссию выполнила. Цветочек распустила, ну и теперь можно, так сказать, отправляться на покой. Вот так вот. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. Внизу там есть такой красный квадратик subscribe. Кликните по этому квадратику, потом по колокольчику. И мы будем с вами встречаться ежедневно. Видео выходит ежедневно. Всего доброго!